Скажи, что ты вчера почувствовал, когда увидел кадры, как Ильхам Алиев зашел в здание парламента в городе Степанакерт, Ханчанди, и прошелся по флагу Арцаха, да? Мне было смешно, что он так сыкливо это сделал, наступил на флаг Арцаха и А, быстро. се а серьезно? Да, мне А в было чем вот, смешно. по-твоему, была эта сыкливость? Он прошел гордо, он прошел по нему, как по ковролиту. Он даже не почувствовал, что под ним флаг. Честно, он Когда? просто по нему прошел. Если ты хотя бы чуть-чуть маломайски разбирался бы в психологии, ты абсолютно сразу понял бы всю ситуацию по мимике человека, по и как он сразу стал меньше, как он немножко сгорбился, посмеялся нелепо. Ну, в общем, я к тому, что это было очень смешно и То есть ты это нелепо. видео сколько раз просмотрел? Только скажи мне честно, чтобы это понять, сколько... Раза два я То есть просмотрел. два раза посмотрел. Один раз на А паузу. тебе было в душе немножко обидно, вот честно? Неважно, что я чувствую на этот счет, абсолютно. Это мои чувства. Не, Ширван, я Обидно. понимаю, что это твои чувства, но как может... А ты знаешь, что сейчас в Азербайджане, Ширванджан, четыре президента? В Азербайджане сейчас четыре президента. Один дома, трое в тюрьме. Как может человек со страхом пройти по флагу, если он трех президентов этого флага бросил в тюрьму в Азербайджане? Еще раз говорю, Объясни, пожалуйста. я не знаю, но сам факт. Ты тоже пересмотри это видео, я тебе советую просто немножко разобраться. Если Человек, уставший, за рулем ехал 6 часов, да, понять можно, да, но он просто прошел, да, не по флагу, оправдываю да, его. Он просто понимаешь? шел очень хорошо Варданян, выглядел. Араик Арутюнян, Баку Саакян и еще какие-то люди сидят здесь в тюрьме. Реально, из четырех президентов трое сейчас в тюрьме. Это, наверное, книга рекордов Гиннесса.